Вместе с президентом Украины Силовикову с годовщиной поздравил и премьер. По словам Владимира Гройсмана, сейчас наши спецслужбы не уступают подготовке коллегам из других стран. Говорит, за 26 лет СБУ стала сильной структурой, а вопрос безопасности граждан одним из главных для государства. Особо премьер отметил сотрудников СБУ, служивших на Донбассе, и со всеми присутствующими почтил минуты молчания тех, кто не вернулся из зоны АТО. Цей подвиг і ця втрата завжди буде викликати великий сум в серцях українців. Сьогодні в цей день я хочу подякувати кожному з вас, хто від чистого серця, своєю наполегливою працею, своєю державницькою позицією захищає Україну.